Телевидение – это прорыв в области вещания. Однако, просматривая передачи, сериалы и фильмы, сидя у телевизора, можно потерять и время, и здоровье. Мы решили выяснить у горожан, сколько часов они уделяют телевидению и какой направленности программы им интересны. Два раза в день по полчаса, но ребенок смотрит мультики. А так, в свободное время, не знаю, наука 2.0. В основном развлечения сети. Научно. Вечером я включаю Стертамак. Стараюсь Стертамак включать каждый день. Я обычно новости смотрю. Художественные фильмы. Новости и какие-нибудь развлекательные передачи. Исторические и вот природа. Новости в основном смотрю. Документальные фильмы, ну и художественные. Пенсионеру что делать? Смотри, досмотри. Часа три. Часа три. Целый день смотрю практически, когда свободное время есть. Часа три – это точно. Очень много, несколько часов. Ученые и врачи рекомендуют взрослым смотреть телевизор несколько раз в день, по часу, с перерывами. Детям до 7 лет – по полчаса в день. Ну а малышей до 3 лет вообще стоит оградить от телевизора, если не хотите, чтобы у вашего ребенка испортилось зрение.